Сегодня у нас в обзоре компактный, быстрый и стильный аппарат от Nokia. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, и это выпуск лаборатории ION. Сейчас мы рассмотрим Nokia 700, новый аппарат от компании Nokia, который управляется операционной системой Symbian 3 Bell. Для начала немного технических характеристик. Дисплей здесь выполнен по технологии AMOLED размером 3,2 дюйма, разрешение 640 на 360. Встроенной памяти 2 гигабайта, также есть поддержка карточек microSD объемом до 32 гигабайт. Процессор 1 ГГц. Давайте перейдем к самой операционной системе и рассмотрим телефон поподробнее. Снимаем блокировку и сразу видим, что здесь находятся рабочие столы. Прям как на андроиде, видите. И можно спокойно устанавливать здесь новые виджеты, либо убирать те, которые уже установлены. Дальше. Переходим в меню приложений. Здесь, естественно, есть привычный для всех пользователей Nokia и свойственный для всех Nokia карты Ovi, музыка Ovi, где вы можете покупать любимые композиции, и социальные сети. Дальше. К вашим услугам видеоредактор и фоторедактор. Есть программа Shazam, которая позволит вам находить треки по их отрывкам. Просто достаточно этой программе дать послушать, и она найдет нужный трек. Для любителей поиграть есть любимая всеми игра Angry Birds и Fruit Ninja. Также имеются виджеты для просмотра популярных мировых телевизионных каналов и просмотра офисных документов Quick Office. То есть все документы Office можете открывать с помощью этой программы. И, естественно, количество приложений можно расширять посредством Top Apps. Еще в интерфейс операционной системы добавилась такая опция. Нажимаем на ярлычок, и у нас появляется контекстное меню. И вы можете добавлять те или иные приложения в папки, выносить их на рабочий стол или удалять. Еще очень удобно, что в записной книжке к одному контакту можно добавлять массу информации. В частности, например, аккаунт YouTube. Камера в аппарате 5 мегапикселей, она, естественно, способна снимать видео, причем видео отличного разрешения 1280 на 720. И у камеры имеется вспышка. Давайте рассмотрим внешний вид. Дисплей, как я уже говорил, сенсорный. Вот, кстати, еще одна приятная особенность этой операционной системы. Дальше. Под дисплеем расположена кнопка вызова, кнопка сброса и кнопка, чтобы попасть в меню приложений. Сбоку кнопка камеры, кнопка блокировки и кнопка регулировки громкости. Сзади крышка, она, кстати, металлическая. Под ней расположен аккумулятор, слот для карточки microSD и слот для сим-карты. И камера со вспышкой. Снизу расположен динамик и петля для ремешка. Сверху USB разъем, разъем для зарядки и для наушников. В комплектацию входит инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, USB кабель, гарнитура и сетевое зарядное устройство. Сегодня мы рассмотрели стильный телефон от компании Nokia, который отличается новой операционной системой и очень производительным процессором. Кстати, выпускается он в двух корпусах, в таком черном и в черно-розовом. С вами была лаборатория ION, смотрите наши новые обзоры на канале ION Television. Не забывайте покупать новогодние подарки. С наступающим!